Дорогие друзья, всем добрый день. Я сейчас хочу на Леона приобрести пассивку. И вообще история с Леоном на моем основном аккаунте была следующая. Я хотел первым уровнем Леоном сидеть на высоких кубках. Но потом каким-то чудом я слился. Вот он у меня уже был на 500 кубков, и я, блин, пошел в бой. Зачем мне это надо было? Я его слил до 420, и потом либо лень мне было, либо я не смог. Ну, меня просто... Я апал, по-моему, в 3 на 3. И в одном интересном режиме, когда еще, по-моему, боссы были, по-моему, я не помню, в 2 на 2, когда у меня был соперник с низкими кубками. Ну, в общем, неважно. В итоге я вот недавно психанул и прокачал его на 9 уровень. И сегодня у меня в магазине вот такая вот звездная сила. Естественно, я сейчас куплю и попробуем пойти нагибать. И сегодня на стриме, скорее всего, я его апну на 500. Также, ребята, я не забыл, я помню, когда я в одном ролике просил у вас лайки, что вы, если наберете 9000 лайков, я апаю 9000 кубков. Я помню, ребят, вчера на стриме слился, все, я это исправлю, буквально уже завтра будет видос. Я сейчас у вас лайки не прошу, можете ставить, можете не ставить. 9000 кубков, я помню, я сделаю, завтра ждите видос. Ну а сейчас я покупаю пассивочку, и мы пойдем с вами тащить. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Итак, 2000 придется золото мне потратить, но, слушайте, не жалко, мне хочется, реально, очень классная пассивка, очень топовый персонаж, и я считаю, что его надо, знаете, так как книгу, ее надо прочитать, и надо все, положить ее на полку. То есть я считаю, что с Леоном надо закончить, взять ему 500 кубков и забыть пока что про него. Я реально уже немножко, мне он немножко поднадоел, я реально уже наигрался на Леоне, я вот недавно просто апал 700 кубков на твинке на Леоне, поэтому реально уже немножко подташнивает от него. Ну что ж, покупаем звездную силу. Вот она, звездная сила на Леона. Так, не успел сделать красивый скриншот, когда вот так вот блестит звезда. Итак, значит, тут добавили новый режим опаленный камень, и сейчас мы пойдем попробуем на этом опаленном камне поиграть. А, еще одна, ребята, фишка. Просто я недавно начал, недавно запустил конкурс очень крутого аккаунта и выпустил ролик очень поздно. Соответственно, он не набрал тех просмотров, которые, в принципе, я рассчитывал. Ну и я уверен, что большинство из вас его не посмотрели. Там я разыгрываю абсолютно фуловый аккаунт, в том числе и Леон, и Спайк, и Воробушек, все с пассивками совершенно бесплатно. Очень простые условия, поэтому если вдруг ты еще не смотрел тот видос, я ссылку оставлю в описании. Посмотри обязательно и поучаствуй в конкурсе, потому что там все персонажи, все 22 бойца, все с пассивками, совершенно бесплатно. Результаты меньше, чем через неделю, поэтому успей принять участие. Ссылка на конкурс в описании. Все, поехали. Просто об этом надо было сказать, так как, ну, ролик я реально поздно опубликовал тогда, и с уведомлениями этими, возможно, кто-то из вас не смотрел. Ну, а если кто уже участвует, ждите, результаты скоро. Также сегодня 9 февраля, результаты на стриме у Арти будет на скины, я помню. Вот этот результат 15 числа на... Ой, какой урон! 15 числа результат будет на фуловый аккаунт. И я еще не знаю дату, тоже надо будет до 16 числа сделать результаты совместного конкурса с Аурумом. Капец, у меня сейчас на канале 3 конкурса, охренеть просто. Так, я сказал. Тихо, громко, тихо. Да не бедя, бейте. Ладно, я уйду. У Леона пассивка на скорость. Когда у него ульта, у него повышается скорость. Он и так быстрый юнит, то есть его эта фишка быстрый юнит. Но с пассивкой он вообще мега-супер быстрый. И, боже, он божественный. Я не могу держать эти эмоции. Он реально божественный. Он настолько, настолько сильный, настолько мощный и быстрый, что я в восторге от его имбовости, серьезно. Я на 10 уровне вот играю, ну не впервые, наверное, второй раз, но это охрененно, это мощно. Если бы еще режим с коктейлем был, я бы просто... Ну, короче, ребят, сегодня на стриме буду на Леоне нагибать. Смотрите, какая скорость. Ой-ой-ой-ой, я представляю из банка, что бы я делал. Блин, охренеть. Я, наверное, буду Леона апать на 600, на 700 кубков. Окей, рикошет хочет Тиму. Так. Опей. Опа. Так. Сейчас забираем. Будем забирать сейчас була.
Так, а спайка сейчас надо забрать. Так, блин, офигеть, вот это скорость у Леона. Не, ну, в принципе, 10 уровень я не добавил скорости, только в инвизе, но, тем не менее, я, бля, просто не могу. Оп. Ну, я думаю, что он сам умрет, да. Ну, скорость лютая, я представляю под коктейлем, что я буду делать. Жаль, что режим с метеоритами, а не с бустом скорости. Так, окей, плюс 7 кубков, топ-1, я думаю, что никто не сомневался. Едем в следующую катку. Ну, я, конечно же, может, мне сейчас повезло. Вот, конечно же, на 500 кубков не изи мне будет. Ну, мне именно, потому что я думаю, я так на стриме вечно отвлекаюсь. Ну, вот сейчас, наверное, затуплю. Почему он меня бесит? Почему он такой идиот? Сейчас мы ее ваншотнем. Смотрите, друзья, смотрите. Опа, привет. И все. Боже, какая скорость. Царская просто. Не, ну тут с метеоритиками, да, может и возьму. О, рикошет, это тот рикошет, я уверен. Нет, это не тот, походу. С тем мы затимились. Ладно, а тут кто-то есть? Тут никого. Тихо. Забираем баночку. Все, уходим. Вот тут вот где-то присядем пока что и посидим. Так. Блин. Рикошет. Ой, Дэрила я убью, наверное, да? Ой, Шелли. Тут даже иногда можно инвиз вырубать не чтобы спрятаться, а чтобы реально догнать какого-то чела. Потому что, ну, с инвизом у вас нереальная скорость. Оп. Все, он будет сейчас... Ух ты, он спалил меня. Пока. Жесть. Ну это реально такое ощущение, что я с читами играю, блин. Вот это перс, вот это создали, конечно, перса. Да, самая сильная легендарка. Я всегда на стриме говорю, что у каждой легендарки свои преимущества. Но это и так, так и есть на самом деле. У каждой легендарки свои преимущества, но... Но Леон самый быстрый, самый сильный, блин. Воробушек мне нравится тоже. Да и спайк крутой. Не знаю, вот я... У меня мнение как-то разбегается, блин, с этим... Когда меня спрашивают, типа, Холдик, а какая Лего лучше? Да хрен. Ну, конечно, Леон, он сильный, да, и за счет дамага. Но не всегда дамаг решает. Так. Иногда, вот, допустим, в 3 на 3, иногда на Леоне сложно играть. Воробушек иногда лучше, допустим. Спайк тоже иногда в 3 на 3 лучше. Вот что он хочет, я не понимаю. Окей. Он типа рассчитывал, что он затащит меня, да? Когда у меня 10 банок, а у него там снова топ-1. Ну все, сегодня Леон будет у меня на 500 трофеев. А завтра я пою 9к кубков. Извините, что затянул с этим процессом. Потому что тот день, когда я должен был поднять 500 кубков, это был как раз день батла. Батла с Аурумом. И я, ну, просто не мог сделать видос про 9к кубков, так как... Ну, блин, согласитесь, батл надо было раньше опубликовать. Ну и после батла еще один видос был. А потом на стриме я слил кубки. Ну, короче, такая тема. Ну, я 9к помню. Я помню свои обещания и я дал слово. Я ценю ваши лайки. 9000 лайков. Я помню, что вам обещал, и я сделаю, поверьте мне. То есть завтра уже все будет. Я и вчера еще мог сделать. У меня оставалось 15 кубков. Я специально сливал кубки, чтобы постримить, дабы не на стриме поднять 9к. Ну, чтобы на видос. Я же обещал на видос. Вот, это забавно было. Я специально сливал кубки, чтобы на стриме не поднять. А в итоге я на стриме и так слился, поэтому можно было специально не сливать. Так, все, зашибись. 6 этих. Давайте була убьем. Вот. А, кольта. Смотрите, какая скорость. Пшух, просто ваншот. 6 банок было, 6 банок не стало. Вот это да, вот это круто. Блин. Я сегодня буду апать даже больше, чем 500 кубков. Хотя это я опять же сейчас, наверное, в себя немножко поверил. Там, когда тиммеры будут... Хотя здесь с метеоритом хрен затимишься. Ну как, затимиться можно, но... Просто, когда ты будешь бегать рядом, будет на тебя постоянно падать метеорит. А я Леон, я, короче, буду всегда эти тиммы разбивать. Так, все, офигеть просто. Оп. Ой-ой-ой, вот эта скорость. Блин.
Я сейчас просто, он не успеет даже среагировать, смотрите. Он даже не успел среагировать и нажать на ульту. Еще одна каточка, топ-1. Господи, это просто имба. Это просто имба. Ребята, я оставлю эти 60 кубков для стрима, поэтому придите сегодня на стрим. Как раз, блин, это будет 8980. Вот, останется 20 кубков до 9к, но 9к уже на завтра, однозначно. Сегодня, ну, блин, слишком много роликов и так. Короче, друзья, это топ, это очень топ. И, блин, 9 уровень, 10 уровень, это разный Леон, совершенно. А я играл первым, представляете, как мне 10-м сейчас по кайфу играть. Короче, подписывайтесь на канал, ждите, нажимайте на колокольчик, приходите на стрим. Сегодня будет стрим, постараюсь начать пораньше. Все, я пошел готовиться к стриму и жду вас, погнали. Погнали, куда погнали? Никуда не погнали. Все, встретимся на стриме. Пока.